Сегодня здесь, на пересечении улиц Баускас и Неретас, в 5:27 утра нашли мертвого человека. По предварительной информации, его сбил трамвай. Как рассказали в Рига Сатексме, тело погибшего человека на трамвайных путях заметил водитель уже следующего трамвая и сообщил об этом ответственным службам. Чтобы выяснить подробности случившегося, Рига Сатексме запросила видеоматериалы с обоих трамваев. Единственное, что я бы сейчас хотела отметить, на этом месте нет зоны, предназначенной для пешехода. То есть нет ни регулируемого, ни нерегулируемого пешеходного перехода, который позволял бы там переходить. Поэтому, что это было, что произошло, сейчас действительно сложно сказать. Подробности случившегося установит следствие. Госполиция начала уголовный процесс. Мы призываем отозваться свидетелей произошедшего, которые могли бы предоставить следствию полезную информацию. Это можно сделать по телефону 6708-6661 или 110. Эмилия Гаспарян, Александра Страума, Артем Кочеран, РУСЛСМ, Латвийское телевидение.